Добрый вечер, дамы и господа. Перед вами группа Фанкуля из Риги, Республика Латвия. Очень приятно вас сегодня видеть на нашем концерте. И мы начинаем наше первое отделение с композиции «Биби Фанк». Большое спасибо. И мы продолжаем. Композиция под названием «Летний дождь».
Следующая композиция такая немножко загадочная под названием «Часы». Thank you.
Мы продолжаем с композицией, заглавной композицией из нашего дебютного альбома Volume 1 под названием Bossa Funk. Если вам интересно стало и нравится наша музыка, можете приобрести наши диски либо у нас, либо на баре. И мы продолжаем. Bossa Funk. Специальная цена. Только сегодня вечером. По настоящим дисков осталось очень мало. Тираж был небольшой. Есть почти уникальные шансы, в Москве бываем достаточно редко. Thank you.
Спасибо большое. Мы продолжаем нашу программу с композицией под названием «Smooth Movie». Некоторые слушатели говорят, что она звучит как звуковая дорожка к неизданному фильму. Мы достаточно редко ее на концертах исполняем. Она вошла также в наш первый альбом. И вот мы вообще в первый раз в Москве. Представляем ваше внимание нашу программу. Thank you.
Следующая композиция немножко не соответствует весне и хорошей погоде, которая сейчас в Москве, но все же мы ее включили в программу. Композиция под названием «Ледяной дождь». Следующая композиция такая более весенне-летнее настроение. Мысленно переносимся в регион Карибского моря. «Бег по лужам». Yeah.
Вы, наверное, все знаете, помните или хотя бы слышали про такой детский фильм 80-х годов прошлого века «Гости из будущего». Так вот, у нас в следующий диск войдет одноименная композиция с нашим видением звуковой дорожки к этому фильму. Композиции наш гитарист Георгий Панфилов.
сейчас сделаем небольшой перерывчик, буквально минут на 10-15, и после перерыва продолжим с нашей второй, такой более энергичной танцевальной программой. К нам присоединится тенор-саксофонист Ник Шефер, москвич. Так что никуда не уходите, и мы вернемся и продолжим. Москвич, но золотой саксофон Латвии, Москве. Ждем. Представитель золотого саксофона Латвии, Москве. Сейчас подойдет наш саксофонист, Райан Старшинс. Мы вообще, команда Фанкулио из Латвии, существуем с 2011 года в таком как бы составе. И вот концертируем активно у нас по родной Латвии, а также по Литве, Эстонии. Вот в прошлом году ездили на фестиваль Петра Джаз в Петербург. Выступали в клубе GFC джазом. Вот в этом году нам повезло, благодаря нашей хорошей подруге Лене мы и Араику, мы выступаем в этом замечательном клубе. Это большая для нас честь. И считаю, что это большое достижение. То есть нам очень нравится атмосфера этого клуба, как тут все устроено, оборудование и отношение, главное, людей. Так что большое спасибо, что вы сегодня пришли. Мы сейчас выступим с расширенным составом, с двумя саксофонами. Вот к нам присоединился Ник Шефер на тенор-саксофоне. И второй. Итак, мы продолжаем нашу вторую часть программы с композицией «Поколение фанки». «Funky Generation».
Следующая композиция посвящается всем присутствующим прекрасным дамам. Thank you.
Большое спасибо. Мы продолжаем. На следующую композицию к нам присоединяется Ник Шефер на сопрано-саксофоне. Мы живем в Риге, и нам всем довольно близко морская тематика, и ею также пронизана часть композиции с нашего дебютного альбома и также с будущего. И мы хотим представить вам композицию под названием «Blue Wave». Thank you.
Ник Шефер. И мы продолжаем с композицией Yellow Morning. Thank you.
Дамы и господа, Ник Шефер, золотой саксофон Латвии и Москве. И я, если есть возможность, я скажу пару слов о Нике, потому что мы начали играть вместе очень, ну, нельзя сказать, ну, давно. В прошлом веке, можно так, не будем бояться этого слова, в 90-х годах, в начале, наверное, 1992 или 3-м, мы играли очень популярной поп-группе в Латвии, в других составах мы играли. Он, и мне очень приятно, что он не здесь, что он с нами, потому что он в Риге сейчас не очень часто, и мы в Москве тоже не очень часто, пока. Кто знает? Спасибо, Ник. Да. Следующая композиция, одна из самых красивых наших композиций. Она посвящается всем тем, кто был, любит Юрмалу или планирует туда приехать. Также вот наш саксофонист Раева Сташанс, он сам родом из Юрмалы. Так, Юрмо Сансет. Закат Юрмалы. Thank you.
Спасибо, спасибо вам и спасибо композитору, который наш гитарист Георгий Парфилов. Спасибо от меня лично, как говорится, потому что я родился и вырос в Юрмале, и наконец-то я могу играть в Москве. Но сейчас я не живу в Юрмале, извините, потому что я школу заканчивал уже в Риге. Но, как у всех в Латвии, у меня я зимой живу в Риге, а летом в Юрмале. Все равно. Спасибо. И, как говорится, добро пожаловать в Юрмалу. Приезжайте. Красота. Пляж, все. Море, чайки. Самое вкусное пиво в Европе. Да, не будем бояться этого слова. Европа или какого? Или пиво? Какого слова бояться? Да, я даже не знал. 300 сортов пива. Приезжайте. Есть у нас живое пиво, неживое. Какое? Фильтрованное, нефильтрованное. Китайское, корейское у нас есть. Ванага, например. Да, и этим мы переходим в следующую вещь. Да. Потому что... Да, меньше слов, больше музыки, как у нас говорят. Dangerous Angel, следующая песня. Да. Опасный ангел, как здесь говорит мне господин с Москвы, переводчик. Спасибо. Слушаем Dangerous Angel.
Спасибо большое. И мы продолжаем. Следующая композиция называется Forest Lakes, и она посвящена красивому региону Латвии, который называется Латгалия, где очень много красивых лесных озер. Лесные озера. Thank you.
Игорь Смол. Эрган Хаманда и Родос. Хотим выразить большую благодарность клубу Алексея Козлова за то, что дали возможность поиграть на этом замечательном, настоящем инструменте. Игорь сегодня первый раз на таком классном инструменте играет. Юрий Осипович, барабаны! Композитор данной композиции, наш гитарист Георгий Панфилов. Золотой романтический саксофон Латвии. Райво Сашанс. И я, басист Денис Грагалев. Нам сегодня помогает наш бессменный звукорежиссер Андрей Летин. А также хотим сказать большое спасибо клубу Алексея Козлова, Арайку лично и также Лене, которая помогла организовать сегодняшний концерт и приехать к нам в Москву. Большое вам спасибо. Большое, что пришли сегодня послушать нас. Хотите еще парочку? Мы зовем тогда нашего друга и помощника Ника Шефера. Следующая композиция с нашего дебютного альбома под названием «Первый том», Volume 1, и название композиции «Answer to Cooking». We'll be right back.
Дуэт золотых саксофонов. Если вы заметили, у нас даже движения, как говорится, отработаны годами. У нас один хореограф. Да, правильно? Хореограф. Извините, у меня русский и второй язык. После английского нет, но... Я вообще-то владею 9 языками. Но на всех не говорю, извините. Мы продолжаем. Следующая композиция называется «Бриз».
Спасибо большое. Ник Шефер и группа Фанкулио. Спасибо. Здесь вопрос был, можете вы хотите еще песню послушать? У нас есть диск, пожалуйста. Можете приобрести по специальной цене. Слово предоставляется нашему руководителю Денису. Пожалуйста. Вы приготовили речь, да? Играем еще один импровизационный кусок. Thank you.
Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, спасибо руководству клуба Алексея Козлова. Спасибо всем, кто нам помогал в этом. Спасибо за чудесный вечер. Еще мы обязательно приедем.